том, что современным нефтяным компаниям не прожить без инноваций, уже никто, пожалуй, не сомневается. Любая корпорация, как в России, так и за ее пределами, определяет, в каком направлении предстоит двигаться сегодня, а главное, с какими вузами и научными центрами стоит наладить взаимодействие. Ввиду современных реалий, Казанский федеральный университет активно развивает одно из своих приоритетных направлений – эко-нефть, направленного на развитие нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, энергетики и исследования изменения климата. Данная структура активно ведет свою работу с 2016 года. Сегодня «Эконефть» — это 7 институтов, 19 лабораторий, 5 центров превосходства, свыше 300 сотрудников, которые приехали работать в Казанский федеральный университет из разных стран и регионов России. В дирекцию входят международные эксперты, которые помогают формировать будущие перспективные направления и скорректировать стратегию данного приоритетного направления вуза. В число экспертов входят представители России, Германии, Турции, Италии, Китая и других стран. Куратором стратегической академической единицы САЭ «Эконефть» является ректор Казанского федерального университета Ильшат Рафкатович Гафуров. Вовлечение результатов научно-технических исследований в деятельность предприятий реального сектора экономики служит одной из ключевых задач нефтегазового направления вуза. В число площадок трансфера входят катализаторные фабрики, нефтяные полигоны, региональный центр инжиниринга в области химических технологий, центр нефтехимии, а также центр моделирования и масштабирования технологий нефтедобычи. Мы нашей стратегической академической единицы «Эконефть», значит, отвечаем на некоторые глобальные вызовы, такие как, во-первых, это необходимость увеличения, значит, выработки энергии, и при этом, значит, уменьшение вредных выбросов за счет производства энергии, за счет производства, значит, добычи природных ресурсов, за счет создания новых материалов. Вот во всех этих сферах мы должны уменьшить, значит, экологические проблемы. Когда мы писали стратегию, дорожную карту САЕ в конце 2015 года, защищали ее в начале 2016, мы тогда перед собой ставили очень амбициозные задачи, даже иногда, так сказать, обсуждали, вообще реально это или нереально, возможно это, невозможно, и даже больше смотрели, что это, наверное, невозможно. Но сегодня, за вот эти, получается, 4 года совместной работы с коллегами, нам удалось продвинуться по многим тем планам и достичь результатов, которые мы планировали, и причем, так сказать, не принижая те цифры, которые мы себе ставили. Более 4 лет САЭ «Эконефть» не перестает привлекать молодые кадры, в том числе и за рубежа. Так, например, в международную компанию «Эконефти» входит более 30 сотрудников с индексом Хирши-20. Исследования специалистов имеют междисциплинарный формат. В их рамках рассматриваются задачи глобальной энергобезопасности, ресурсообеспечения, экологические проблемы на планете, эффективно дополняя стратегию развития Казанского федерального университета. Продуктивная научно-исследовательская деятельность САЭ «Эконефть», в которой вовлечены университетская профессура, научные сотрудники, аспирантура и студенты, позволяет формировать уникальный технологический задел, способный дать основу целевых ориентиров. Важно понимать, как использование полезных ископаемых влияет на окружающую среду. Очень много говорится про сланцевую революцию. Здесь наши коллеги оценивают, значит, будущие проблемы, связанные с климатом, изучая прошлый опыт человечества. Так сказать, взгляд из прошлого на будущее, который позволяет понять, что нас может ожидать, какие основные факторы влияют на климат и, соответственно, с этим понимать, как мы можем с этим бороться. Международное сотрудничество – одно из ключевых направлений, которое развивается в рамках стратегической академической единицы «Эконефть». Ученые КФУ сотрудничают на основе долгосрочных договоров со многими высшими учебными заведениями и другими научными учреждениями из стран ближнего и дальнего зарубежья. Не менее перспективна партнерская деятельность с Университетом России и известными на весь мир нефтегазовыми компаниями, а ежегодное увеличение количества публикаций в российских и зарубежных изданиях, индексируемых в базе научных данных Scopus и Web of Science, свидетельствует о росте международного авторитета. Вот сегодня, значит, наши ученые публикуют более 600 статей, значит, вот за 2018 год опубликовали в журналах, которые входят в международные базы данных Web of Science и Scopus. Вот, а это совсем неплохо. Я думаю, что, ну, по крайней мере, в России публикуется еще примерно столько же, немножко больше статей. То есть около трети, больше трети статей России публикуем
публикует Казанский университет в некоторых направлениях, связанных вот с сырой нефтью, например, да? То есть... И тоже очень важно, нас стали больше публиковать в журналах первого квартала, то есть там, где публикуют самые передовые, самые интересные работы. И количество и доля таких публикаций у нас растет. То есть это тоже подтверждение того, что мы движемся в нужном направлении. В 2019 году число партнеров САЕ «Эконефть» пополнилось ведущими нефтегазовыми компаниями Индии и Германии. Также довольно успешно развивается партнерская деятельность с Оманом. Помимо соглашения о сотрудничестве, в 2019 году был подписан совместный проект с нефтяной компанией Омана и Национальным фондом «Иджад». Проект направлен на применение термических методов на одном из месторождений данного государства, где на первый год большое внимание уделяют тяжелым нефтям. Мы активно развиваем международное сотрудничество. Это одна из наших целей, поскольку это очень важно для того, чтобы быть конкурентоспособными в мировом пространстве. И конкурентоспособным мы имеем в виду как раз за счет того, что мы развиваем хорошие партнерские отношения, мы имеем проекты с разными компаниями и университетами. Это делает нас сильнее, делает нас более узнаваемыми. Мы активно за последние годы начали развивать сотрудничество с Южной Америкой, с несколькими странами, это Колумбия, Куба. И вот сейчас сделаны шаги к взаимодействию с Венесуэлой. За последние тоже 1-2 года мы очень вышли на хороший уровень взаимодействия с Ближним Востоком, в первую очередь с Оманом, с Кувейтом и другими странами. Ну и традиционно мы очень так планомерно и активно развиваем сотрудничество с теми странами, с которыми у нас уже были партнерства, это с европейскими странами, с Германией. Очень много совместных публикаций, научных проектов. Современная инфраструктура Казанского федерального университета позволяет реализовать интеграцию в мировое образовательное пространство. А результаты научной деятельности сотрудников САЕ «Эконефть» – вносить свой вклад в развитие мирового образования. Ключевым проектом в области образования стало открытие программы двойных дипломов Petroleum Engineering. Данная магистерская программа была разработана благодаря инициативе крупнейших мировых нефтегазовых компаний BP и Роснефть. Ее реализация ведется совместно с двумя университетами – Имперским колледжем Лондона и Казанским федеральным университетом. Магистратура направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации проектов на территории России и за рубежом. Предыстория идеи открытия Petroleum Engineering не менее интересна. Так, в 2019 году Казанский университет стал победителем конкурсного отбора на выделение финансирования под реализацию данной образовательной программы. В конкурсе участвовали ведущие нефтяные вузы страны. Компании, задействованные в работе данной магистратуры, покрывают расходы на обучение и проживание в Казани и Лондоне. Большую поддержку этой программе оказывают крупнейшие нефтяные компании, это BP и Роснефть. И это вот такой интересный симбиоз, который может быть, наверное, один из таких первых в России, когда 4 партнера делают очень интересную магистерскую программу. Основы для развития такого рода сотрудничества были заложены еще в сентябре 2018 года, когда КФУ стал базовым вузом Роснефти. Университет выполняет научные исследования для дочерних предприятий Роснефти, среди которых Тюменский научно-нефтяной центр, Самара-НИПИ-нефть и другие. Кроме того, совместный инжиниринговый центр Республики Татарстан и КФУ РЦИ-Химтех ведет крупный проект по разработке диспергента для ликвидации загрязнений при разработке и эксплуатации морских месторождений. В свою очередь, университет также реализует программы повышения квалификации для сотрудников Роснефти. Так, к концу 2019 года более 150 сотрудников компании прошли обучение в рамках программы дополнительного образования КФУ. Здесь мы тестируем наши самые новые программы. То есть мы, например, в мире появилась какая-то новация, то же самое связано, скажем, с использованием генетических исследований в нефтегазовом деле, например, да? Вот. Мы создаем такую программу, говорим, кто хочет учиться, люди к нам приезжают, и мы оцениваем на этих людях, скажем, вот специалисты, которые приехали, насколько эта программа востребована, насколько она совершенна, несовершенна. А потом потихонечку эта программа, если она, скажем, востребована, и мы видим, что она очень важна и будет развиваться, мы ее переводим в область магистратуры. Да? Не менее активно САЕ «Эконефть» сотрудничает и с другими крупнейшими корпорациями страны и мира. В их число входят 19 нефтегазовых компаний и 47 университетов. Кроме того, одним из серьезных шагов 2019 года стало начало совместной работы с компанией «Транснефть» и «Новатек». Активно продолжают развиваться проекты с крупными компаниями «Татнефть», «Зарубежнефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Таиф», малыми нефтяными компаниями Татарстана и так далее. В
Всего было выполнено 137 проектов, более чем с 40 предприятиями. Значимость совместной работы наглядно подтверждает и то, что в конце 2019 года Казанский университет вошел в число победителей 218-го постановления и получил финансирование на выполнение двух проектов, связанных с созданием инновационных методов доразработки месторождения и применением беспилотных технологий для нефтяной индустрии. Данные проекты были запущены совместно с компаниями «Татнефть» и «ТНГ Групп». Не менее интенсивно развивается третий проект по 218-му постановлению, который курирует один из ведущих научных сотрудников САЕ «Эконефть» Александр Ламберов совместно со специалистами «Газпромнефть». Эта работа вошла в число победителей еще в 2018 году, а в 2019 году началась активная фаза ее реализации. Успешные научные исследования привели к тому, что в 2019 году Казанский федеральный университет провел пилотные испытания технологии СПАО «Татнефть» на месторождениях Татарстана, а также на Кубе, на острове Свободы. В запуске данной технологии на месторождение острова Свободы принимал участие Дмитрий Медведев. В мире всегда есть ряд наиболее горячих направлений исследований, на которых акцентируются и научные группы САЕ «Эконефть». Сегодня среди них можно выделить Big Data, нейронные сети, виртуальную и дополненную реальность. Одной из наиболее востребованных технологий в нефтегазовом секторе, по данным международных экспертов, признан искусственный интеллект. Можно выделить три потенциальные сферы применения этой технологии. Геологоразведка, добыча и стратегическое планирование. Внедрение искусственного интеллекта в разработках САЕ «Эконефть» позволяет более эффективно интерпретировать данные сейсмических исследований и разведочного бурения. Такой подход позволит сократить количество пробуренных скважин и проводимых тестов для определения характеристик месторождения, что в свою очередь будет способствовать экономии денежных и временных ресурсов. Наше образование немножко отличается. У нас наших технологий, которые мы преподаем, они более наукоемкие. Вот я уже говорил про нефтепереработку под землей, скажем, использование катализаторов, да, использование мониторинга, использование таких, каких-то вот цифровых технологий современных, да, например, использование так называемого суррогатного моделирования, то есть когда вот нейронная сеть берет там несколько тысяч скважин, там, обрабатывает их быстренько, создает такую вот геологическую модель. Вот все эти процессы, все эти вот технологии, они сегодня переходят у нас в область магистратуры и даже бакалавриата. Для поиска ответа на вопрос, какие прорывы нам ждать завтра в приложениях науки нефтегазовой индустрии, стоит обратить внимание на разработку катализаторов для сферы нефтяной индустрии, добычу, переработку и нефтехимию. Особых причин, почему человеку невозможно превзойти то, что уже достигнуто сегодня в этой сфере, нет. Сегодня человечеству открыты все возможные для использования природных ресурсов, даже в таком суровом районе Земли, как Арктика. Ученые понимают, что шельф – это перспективное будущее, и уже сегодня создает необходимый технологический задел для ее освоения. Мы вот развиваем свою концепцию получения новых реагентов и стараемся как раз решать два вопроса. Поскольку речь идет о морских месторождениях, кроме эффективности, да, которой обязательно нужно добиться высокого уровня, нужно еще решать вопросы, значит, экологии и стараться, чтобы эти реагенты были биоразлагаемыми, нетоксичными. И вот мы вот эти две, так сказать, потребности индустрии пытаемся решить в наших исследованиях, то есть сделать те реагенты, которые будут решать действительно промышленную проблему и при этом при разработке морских месторождений не будут влиять на тот окружающий мир, который есть там в этих условиях. Сегодня есть все основания полагать, что в нефтегазовой отрасли намечается тенденция к динамичному развитию. Крупные игроки рынка уже внедряют новейшие технологии и получают новые результаты. С учетом мега-тенденций, формирующих будущее отрасли, специалисты САЕ «Эконефть» акцентируют свое внимание на определении и реализации жизнеспособной стратегии, учитывающей требования завтрашнего дня, отталкиваясь от собственных уникальных возможностей.